Ярославские олимпийцы получили награды от президента. Сегодня Владимир Путин поздравил спортсменов, вернувшихся из Пхёнчхана. Среди наших земляков хоккеисты Сергей Мазякин и Владислав Гавриков в составе национальной сборной не выиграли золото. И, конечно, гордость Ярославля – фристайлист Илья Буров, обладатель бронзы Олимпийских игр. Он получил медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Отмечу также, всем обладателям Олимпийских медалей презентуют автомобили.